и дискотека «Авария». Прямо взлетай высоко, звучит нам песня в подарок сегодня, прямо попутного ветра. Ребята, привет, с днем рождения! Чарующие пейзажи, незабываемые эмоции. Покорить высоту на воздушном шаре мечтает каждый. Нашей коллеге Ане Семенихиной это удалось. Она признается, что такой рабочий день запомнит надолго. Вести прямой эфир ей пришлось прямо в небе. За 5 минут до полета. Настроение боевое. Сегодня я лечу с нашим оператором Антоном Латышевым и, естественно, с пилотом, профессионалом своего дела. Поэтому мне очень легко отдаться в руки. Я спокойна. И здесь, наверное, я думаю, что у меня страх будет не такой большой. Фестиваль воздушных шаров в Курске проходит во второй раз. Интерес у горожан огромный. И вот сейчас вживую это вообще по-другому. Конечно, круто было бы покататься, но, по крайней мере, посмотреть это уже здорово. Я была в прошлом году и пришла в этот еще раз в этом году. Очень классное мероприятие, поэтому огромное спасибо нашей администрации. Кульминацией праздника стало выступление групп «Виагра» и «Челси». Театральная площадь едва вместила всех желающих. А в завершении масштабного праздника – красочный салют. Курск стал на год старше и, конечно же, лучше. Ксения Дегтярева, Алексей Еременко, Андрей Зарубин. События дня.